Всем привет! Ребята, и сегодня будет обзор на мою коллекцию Бейблейдов. Ребята, у меня их очень много. Сейчас я буду рассказывать про каждый из них. Первый у меня появился это Ксена Экскалибур. Это чип Атака. Вот он. Второй Бейблейд, который появился в игре, это Килл Думсайзер. Тип Атака. Состоит также из трех частей. Дальше у меня есть Кайзер Кербиус. Это тип Защита. Он также состоит из трех частей. Есть еще Хайпер Хоросур. Он состоит также из трех частей. И у него тип Выносливость. Дальше у меня еще есть мой любимый Виктори Валкери. Это тип Атака. Он очень сильный. Он также состоит из трех частей. Лост Луни. Тип Атака. Также состоит из трех частей. Дальше идет очень сильный волчок. Это гигант Гая. Он весь красный и он очень сильный. Есть еще зеленый Зейтрон. Это тип выносливости. Внутри есть такие шарики, которые созданы для баланса. Дальше у меня есть самый сильный волчок. Это Фафнир F3. Он состоит из четырех частей. Я к нему приделал пластиковую зелененькую рамку, которая снимается. И у него наконечник с пружинкой. Он может подпрыгивать. Он очень сильный. Собираем его. Следующий Бейблейд это Сатом. Также состоит из четырех частей. Тип защита. А вот здесь на рамке есть пластик, который также снимается. Мы его снять, к сожалению, не можем, потому что он сильно зажат. Ребята, а еще фишка Сатомба, он может отбивать удар. У него есть на крышке колесики. Вот эти колесики, и они крутятся. Дальше у нас идет Бэй из невероятной четверки. Это Спрайзен Реквиум. Он может крутиться по часовой и против часовой. А еще можно переключать режимы на наконечнике. Это стоит защита. Еще есть выносливость. И атаку я сломал. В битве с Блейдами наконечник потерялся, но я у всех выиграл. Следующий Бейблейд кошмарный Луйнер. Он состоит из двух частей. Тип атака. И он может крутиться против часовой стрелки. Ребята, и посмотрите, когда волки вот так вот, Бей нельзя собрать. Волков надо провернуть вот так вот, а потом собирать Бей. И он собирается против часовой стрелки. Ребята, и мой самый любимый Блейд это легендарный Спрайзен. Он также может крутиться по часовой и против часовой стрелки. Сейчас он крутится по часовой стрелке. Ну что, Игорь, сразимся? Давай. Сейчас будет битва Лост Луйнера против легендарного Спрайзена. Сейчас мы уберем эти волчки, чтобы они нам не мешали. 3, 2, 1, вперед! Давай, легендарный Спрайзен! Давай, Лост Луйнер! Ого, вот это был сильный удар! Вау! Ай! Ребята, я уже шатаюсь! А Лост Луйнер?
А ложь Луинар очень сильно атакует. Нет, нет, нет. Давай легендарный Страйзер, держись. Луинар. И кто выиграет? Давай, 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 легендарный Страйзер. И ничья. 1-1. Так, ребята, в этом раунде ничья. Но я думаю, что в этом раунде я выиграю. Итак, второй раунд. 3, 2, 1. Вперед! Давай, легендарный Спрайзер! Это был очень сильный запуск. Ого! Давай, 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 легендарный Спрайзер! Ай! Нет, нет, нет! Не надо, Лост Луинар! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! И да! Я победил! Да. Счет 2-1. В мою пользу. Ребята, итак, третий раунд решающий. Я думаю, что в этом раунде я разобью Богдана. 3, 2, 1. Вперед! Давай, легендарный Спрайзер! Давай, Луинар! И кто выиграет? Нет, нет, легендарный Спрайзер уже шатается. А Луинар очень быстро крутится. И нет, я проиграл. 3-1. Первый победил Лост Луинар. А легендарный Спрайзер проиграл. Во второй битве дерутся Зелен Зейтрон против Виктори Валькири. 3, 2, 1. Вперед! Давай, Виктори Валькири! Нет! Нет! Это был очень сильный запуск. Зейтрон атакует! Нет! Нет! И... Нет! Давай, давай, Виктори Валькири! Да! Зелен Зейтрон победил. Сколько щелчков? Ты выиграешь. Нет, тебя разбить. 3, 2, 1. Вперед! Давай, Виктори Валькири, ты сможешь, разбей! Давай, 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 давай! Ой-ой-ой-ой! Интересно, кто сейчас выиграет? Я думаю, что выиграет Зейтрон. Так, так, так. Наши бои стоят на месте. Нет, 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 нет. Да. Победил мой Бейблейд, Зелен Зайтрон. А Виктори Валькири одержал поражение. Мне сегодня не везет. Следующая битва. Спрайзен Реквилл против Сактомба. 3, 2, 1. Вперед! Ого-го! Бейблейд за межами рингу. Ого! Ребята, мы только запустили, а Спрайзен Реквилл выбил моего Сактомба. Давай, второй раунд. 3, 2, 1. Вперед! Давай, Сатом! Давай, Сатом! Ты выиграешь! Ого! Вау! Интересно, кто же выиграет? Давай, Сатом! Нет, нет, нет! Я, наверное, сейчас проиграю. В этом раунде я тоже проиграл. Не знаю, как у Богдана получается сегодня выигрывать. Я постоянно проигрываю. Но у нас будет еще один раунд. 3, 2, 1. Вперед! Давай, Сатом. Да, был очень хороший запуск. Давай. Ого, ого, вот это у тебя сильный удар. А ты не теряешь скорости? Конечно. Ай-ай-ай, ты меня зажимаешь. Давай. Кто выиграет? Давай, Сатом. Ты сможешь. Давай, 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 давай. Сатом. Держись, Сатом. Стой на месте. Нет. Да, я победил. Ребята, в этих трех боях победил я. Этими тремя бейблейдами. Мне не повезло. Ребята, вот так вот мы сегодня с Богданом поиграли в Бейблейд. Кому понравилось это видео, ставь лайк. И подписывайся на мой канал. Пока, пока. 3, 2, 1. Вперед! Вперед!